Давайте начнем с того, что Диана скоро хочет вас заказать такой. Ну, мы с радостью сделаем. Расскажите начало вашей карьеры. Ну, самое начало, то, что в 2021 году, это было в январе как раз, я была в декрете, и у меня есть сестренка Махабат, и она мне отправляет ссылку, говорит: «Саа, посмотри, пожалуйста, может быть, попробую». И там было именно про шары, про аэродизайнер, и у нее такая фраза: «Ты же салтанат, ты же праздник!» Кстати, да. Да, точно. Вот, и как-то я посмотрела. Еще в то время я как бы не знала многого, так приблизительно бизнес-план. А такого желания не было, да, вначале? Нет, вот именно попробовать хотелось, но я не знала всех тонкостей. Я просто бизнес-план типа на листочке набросала, с сестренкой мы поехали узнать просто цены, как это вообще, и мы, можно так сказать, за один день закупились товаром, за один день нашли точку в ГУМе. Сразу вот так вы пошли? Вот, это само. Мы в 6 утра с сестренкой выехали из дома. Выехали из дома. Целый день мы товар, мы узнали, где поставщики, где брать гели, с кем работать. И, если я не ошибаюсь, где-то в 5 вечера или в 6 мы заключили договор с ГУМом. И там взяли небольшие две витрины. И уже в час ночи мы с сестренкой расписывали ценники. Что, почему будем продавать? Сейчас вы там же, в ГУМе? Да, у нас... Потом мы переехали в ЦУМ. То есть мы уже взяли... Да, большой как бы островок, уже переехали в ЦУМ. И сейчас у нас и в ЦУМе есть филиал, и есть филиал в ГУМе. Классно. Вот великие бизнес-вумы всегда рождаются во время декрета. Да, почему-то. Почему у мужчин нету декрета? Классно, да. И как... Классный был шаг в будущее, мне кажется. Да, как бы поначалу немножко было сложнее, но благо у меня муж всегда помогал, у него именно со стороны финансов он меня поддерживал, то есть когда мне было тяжело, он: «Не переживай, Чан, все в порядке». Мне было тяжело, начальный капитал всего лишь $1 миллион, да? Ну, не так, но приблизительно так он постоянно отправлял. Окей, Салтанат, что мы можем найти у вас? Бутики. Бутик же это? Да, вот это мы делаем все шары на день рождения. То есть это как детские, так и взрослые. Самое эффектное мое день рождения мы сделали на 90 лет. То есть бабушки делали шары на 90-летие. Тысяча шаров, и она улетела вдаль. Нет, там были цифры, как бы все было в красивых фонтанах, но... Как бы для меня первый раз на 90-летие именно шары давали. Вот. То есть мы делаем как бы 21, 18 делаем, 30, 50 это да, делается. Но 90 это первый раз было. Потом что, гендер-пати. Сейчас это очень актуально. Мы делаем все виды гендер-пати. Вот это мне всегда интересно было. Вы идете в ЗАГС, заранее берете этот результат. Кстати, записку, да, от врача. Да, где вы, как? Работаем, уже сразу они говорят: «Вы будете устраивать гендер-пати или нет?» Кстати, есть, да, так спрашивают. Да, спрашивают. Если да, то вам сразу дают запечатанный конверт, там у вас либо голубая, либо розовая бумажечка. Исходя из этого, вы к нам приходите, выбираем шары, там, что хотите, как хотите, большой, маленький, эффектный, и уже к вашей дате мы все подготавливаем. Круто! Да, это вот, праздник прям. Да, вообще. От вас только получается нужна дата, время и конверт. Остальное мы уже вам все делаем, доставляем, привозим. И вы впечатляетесь. Класс. Тема о бизнесе. В целом много конкурентов в плане вот организации шаров. И как вот в этой конкуренции не утонуть и быть уникальным? Ну, наверное, вот... Ну, как бы я... Во-первых, вас должно звать Салтанат. Да. Ну, у нас за 3 года... В принципе, у нас столько много наших постоянных клиентов. То есть, да, сейчас конкуренция большая, но исходя даже из этого, у меня есть люди, которые, вот мои любимые клиенты, которые ко мне приходят снова. Которые возвращаются, да, к вам? Они говорят, что нам сюда надо, туда. То есть, если мы делаем им выписку, обязательно 3 дня рождения мы подряд делаем. То есть, это старшим, младшим и всем, да. Потом девушка была, мы ей выписку сделали, день рождения, и потом, да, ну...
как говорится, она открыла свой магазин, мы ей магазин как бы оформили. Mm-hmm. То есть в этом плане у нас очень много наших клиентов, с кем мы уже давно. Mm-hmm. Вы сейчас сами там работаете, вас можно там застать, увидеть? Mm-hmm. Да, ну вот не всегда, но у меня есть девочки, у меня есть команда mm-hmm. небольшая, вот, помогает муж. Mm-hmm. Когда меня нет, у меня там девочки работают. Мне кажется, успех вашего бизнеса все-таки в том, что вы ведете себя очень хорошо с клиентом, мне кажется, очень мягко. То есть, грубо говоря, это клиент-ориентированность. Если я не ошибаюсь, я когда работал в авиакассе, кстати, я работал в авиакассе, там была японская система, она называлась Амикитанаши, если я не ошибаюсь. Это система клиент-ориентированности, то есть как нужно вести себя с клиентами. Да? И вот я сейчас смотрю на Салтанат, и мне хочется купить шар у нее, потому что она... такая радостная, снисходительная, уверенная и так далее, добрая, да? Ну, Диана, я думаю, как минимум, она уже вас закажет. Да, уже на завтра. Прорекламируем, наверное, ее, да? Вот, ребята, если вы надумали купить у нее шары или как минимум увидеть Салтанат, то смело звоните, пожалуйста, по номерам 0500 88 66 30 или же можете зайти в Инстаграм Шары Цум. На экране вы видите, запишите, пожалуйста, сфотографируйте и можете смело заказывать. Если честно, я такие шары впервые вижу, первый раз. Ну, это у нас именно циферки в камуфляже, они не всегда есть в ассортименте, в основном это на 23-е у нас, мы их достаем, можно так сказать. Стандартом это любые все цвета есть, но вот камуфляж только на 23-е. Дай бог, на 8 марта мы вас тоже удивим. Класс, да. Ну, это вы, Салтанат, как путеводитель в хорошие дни. Да, то вот вы что в этом, праздник, да. Который устраивает в хорошие дни человека от А до Я, так скажем. Да, да, да. 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 С этим согласна. Окей. Тогда самый последний, но очень важный вопрос, в конце которого вы поздравите обязательно наших мужчин. Окей? Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот вы когда начинали свою работу, какое-то наитие было, то, что это у вас получится, или вы просто головой окунулись в это, или... Вот в чем секрет вашего успеха, если вкратце? Вкратце мой успех, наверное, это первое, это моя сестренка. То, что она меня как бы... показала путь, попробуй. Она сказала, попробуй, не бойся. Потом я, конечно, со страху мужу говорю, вот так, сестренка мне Маха так говорит, муж сказал, вообще не бойся. Я здесь как бы в любом случае, попробуй, не получится, не твое. И вот класс. То есть команда. Да, то есть благодаря им у меня получилось. И сейчас вот у нас, может так могу немножко похвастаться. Да, давайте. Мы сделали в прошлом году открытие, наверное, многие знают, горнолыжной базы Кашкулак. Да, да. То есть полностью оформление у них, это была наша самая длинная связка, арка из шаров, почти 45 метров. Ух ты! Это вот самая большая за всю мою жизнь, можно так сказать. 45 метров. 45 метров у них там были представители, депутаты были, многие люди приходили. И когда я туда приехала, мы договаривались, что мы просто небольшую сделаем арку и сделаем небольшую стоечку. Но на деле мы за ночь сплели 45-метровую арку. Небольшую. Да, это уже потом уже на месте, она говорит, уже те приезжают, надо делать. И мы, короче, сплели арку, мы сделали стойки и... С 2 часов ночи до 10 утра мы уже все закончили. Ничего себе. Да, и Кашкулак, как говорится, хорошо у них получилось открытие. Желаю вам еще длиннее их арок. Да, теперь я самой. Да, вот у меня есть самая длинная арка, и есть на выпускной мы делали 1000 шаров за ночь. За одну ночь мы сделали, и теперь я хочу больше рекорд поставить, это как бы для себя, да. Чтобы добиться этого. Да, как вы вот ранее сказали, ваш муж всегда вас поддерживал, всегда был рядом. И сейчас тот самый миг, когда вы можете его поблагодарить, поздравить. Да, и, конечно, да. В целом поздравить всех кыргызстанцев с этим замечательным праздником. Дорогие наши мужчины, дорогие наши кыргызстанцы, поздравляю всех с 23 февраля. Желаю всем всего самого хорошего. Вы наши защитники, вы наша опора. Мы, женщины, может быть, и сильные, но всегда, как бы всегда, мы за вашей стеной. И, конечно, я благодарю своего мужа, благодаря ему у меня сейчас есть все, что я имею. Класс, отлично. Как мужа зовут?
Бакыт. Бакыт, он смотрит вас? Да. Классно, отлично. Бакыт, вам большой привет от вашей жены. Большое спасибо, что вы есть, что у нас получился такой классная компания, как шары ЦУМ, и мы можем смело заказывать, что немаловажно, по низкой цене. Классно, спасибо вам большое, мы желаем вам успехов. Сейчас я бы хотел поговорить, Диан, о том, ты любишь петь? Я не люблю петь, но я люблю слушать чистый, идеальный вокал. Вот, знаешь, многим людям не дается вот красиво спеть, попадать под ноты. Я это не умею, я это признаю, поэтому я не люблю петь. Но я люблю слушать замечательную музыку. А если это еще исполняют дети, так это просто ангельские голоса. Класс, что здесь ты не ошиблась, потому что Насихат Баймурзаева, она с удовольствием для вас споет замечательную песню «Журавли». Мне кажется, многие наши телезрители знакомы с этой песней. И вы можете сейчас, накануне 23 февраля, на день праздника настоящих мужчин, посмотреть, послушать и поностальгировать, возможно, о тех днях, когда вы со смелостью или с гордостью защищали свою страну. Еще раз с наступающим вас праздником, дорогие мужчины. Смотрим.